Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И сейчас мы с вами проведем один небольшой эксперимент. И вы увидите довольно-таки интересные вещи. Вот смотрите, это браузер Google Chrome. Давайте перейдем в историю и убедитесь, что у меня тут история очищена. То есть запросы мои с кукой, кешев не будут приходить. Даже давайте для полной чистоты эксперимента мы это проделаем не в этом браузере. Сейчас его закроем. Или пусть он тут. Давайте сделаем это на Mozilla. Сейчас она у меня подгрузится, я ей вообще не пользуюсь. Вот она открылась. Откроем историю. И здесь убедитесь, что все чисто. Вот куки, кеши, журнал посещений, все. Активные сеансы. Их не было, но чтобы вы видели, что тут все чисто. И даже давайте с этой страницы уйдем. Вот давайте вот здесь сделаем такой вот запрос. infini.com. То есть, как новичок, мы хотим узнать что-нибудь об этом сайте. Это тема о SEO-продвижении, о продвижении, о наборе просмотров и так далее. На первой странице по обычному запросу, вот 10 по счету, первое видео, которое загружено на канал 5 января. На второй странице мой ролик, который загружен 4 часа назад. Вот видите, 4 часа назад. Это при условии, что я еще не начинал никаких активных приглашений, потому что сам еще не зарегистрировался. Там есть неясные вопросы по этому сайту. С 15-го должно все проясниться. А если мы начнем искать видео, вот здесь в инструментах есть поискать какие-нибудь видео об этом сайте. Это вот первая страница роликов, на которой я уже есть. Ролик загружен 2 дня назад всего лишь. Верхний вы можете посмотреть 23 декабря, 1 января по срокам. То есть у них есть было время на раскрутку, на привлечение посетителей. Они проделывали активную работу по продвижению вот именно своих роликов. Я тут ничего такого в принципе не делал, потому что, еще раз повторюсь, я и сам не зарегистрирован, и приглашения делаю не так активно. А вот это вторая страница, тоже по видео. Мой ролик 2 дня назад, это 26, это первый ролик, это мой ролик, который 2 дня назад, этот мой ролик день назад. Это 22 часа назад. То есть, если, как сказать, к чему я это все еще раз говорю? Потому что здесь, давайте мозилку закроем. На хроме покажу. Под одним из моих роликов я всегда, даже, как сказать, с радостью принимаю. Вот смотрите, тут я даже... Не в своем аккаунте, это как сторонний посетитель. Просто сейчас канал подгрузится. Есть комментарий, мол, если не хотите критики, то и закройте комментарий и все такое. Наоборот, я сторонник критики, но нормальной и конструктивной. А вот под этим роликом,
есть комментарий, в котором зритель обвиняет меня в некомпетентности, в том, что автор, вот, пожалуйста, бред полный. Молодой человек, покажите свои успехи на Ютубе или где-нибудь еще. И после этого пишите вот такое. Вот и вот, пожалуй, и все. На этом все. С вами был Феликс. Всем удачи, всем пока. Ждите следующих новостей.